Доброе утро, друзья. Это да. Борщ будет кушать. Ложкой будет кушать. Сейчас папа кормить будет, да, скажи? Да, Данусь, сейчас мы с тобой. Она девушка не пугливая. Совсем не пугливая. Да, такая на борщ смотрит. Ой, борщик, за сметанку. Такого борща каждый бы съел. Ой, закройте. Возьми полотенце. Оп, упала. Ты готова? Дануся. Дануся кушать будет. Повела, сейчас. Повела. Давай, давай. Где стол у Дани, да? Вот здесь стол у Дани. Давай, вот здесь. Давай пока ручки. Сейчас, подожди. Ой. Дай ручки, я тебе ручки попшикаю. Надо продезинфицировать ручки. Не, это не в рот. Дай ручку, вот так. Вот так. Вот так, раз. О. О, вторую давай ручку, вторую. О, прекрасное средство подарили нам спонсоры. Аналит для животных, дезинфекция. Данный, руки мыть некогда. Дайте, пожалуйста, нам полотенечко. Данусь, вытираем полотенечком ручки, давай. Вот так. Ой, чистые ручки, залог здоровья, Данусь, да. Молодец, смотри. Ай, молодец, Дануся. Аналит. Местный производитель, да, но это не внутри, это не внутрь, это наружное применение, наружно, да, на банализе, тебе нравится? Все, не буду, да, ну, иди сюда, вытираемся полотенечком, скорее, сейчас борщик будем кушать, давайте вытру, да, борщ, а как же, вот, ой, красота, страшная сила, да еще продезинфицированная такая. Челка Карлсоном такая. Я летела с самосвала, прическа называется, тормозила головой. Да? Дануся. Как она? Она за борщ, друзья, готова родную маму продать. Да? Так, смотри. Давай, это вот так. Вот так, да? А, вот постелила, так. Постелила, вот так. Давай. Молодец. Ну тогда и я себе дай постелю что-нибудь. А это мне тогда сюда постелю. Вот так, мои коленки. Да, она готова к приему пищи. Вон, видишь, люди собрались, смотри, все. А поцеловаться, да, ну все. Не, поцеловаться, так душевно, так. Еще раз хочу. За борщ, ты же понимаешь. Все. Особенно за Зоин борщ. Давай, дорогая. О, то, что доктор прописал. Горячо. Ой, извини. Ну, давай, хоть чуть-чуть. Вот так. Конечно, можно есть. Человек, ну что там, две пары хромосом не такие, как у нас. У некоторых больше не хватает, они среди вас стоят, вы даже не замечаете. Вот так. Ой, хорошо. А вкусно-то как, да? Ой, как вкусно, да? Ой, Тима. Не-не-не-не-не. Давай, культурно, как люди. Вот так. Вот так, дайте вытру вот это вот. Молодец. Скажи, а то приходят все с бананами, скажи. А Данусь, вот у меня время было сегодня, думаю, да, к тебе зайду, дай поцелую тебя. Молодец. Ручки чистые, покажи ручки. Ой, какие чистые ручки. Ой, дай пахнуть. Ой, как пахнет. Ой, как он называется? Господи? Аналит. Аналит. Сзади стоит, да. Аналит. Смотри, это нам тетя привезла, они производят. Это нам подарок зоопарку. Теперь все можно пшикать везде, понимаешь? Пшикать можно все. Вот, давай еще ручки. Ручки аналитом. Раз. Вот так вот. Чтоб никакие микробы пить это не надо. Хотя это безвредно, он такой, знаешь. Вот, но... Вот так. А что, вкусно? Ну, он такой, легкий. Скажи, да. Мне под борщ все пойдет. Аналит, друзья. Покупайте, кто хочет. Реклама, да. Средства для очистки. Всего, да. Продолжаем есть борщ. От микробов мы очистились. Да. Вот так. Ай, как вкусно. Ай, как вкусно. Вон ребята тебе завидуют. Они так сегодня утром не завтракали. Их мамы заставляли кашу есть. А у тебя аппетит какой, да?
Это да, в нашей стране, да. Всех с Рождеством наступающих, с праздником. Спасибо, что пришли в наш парк. Надеюсь, что всем нравится и все нравится хорошо. Вам спасибо за ваш парк. А Дана у нас просто звезда в коллекции, да? Звезда, умная звезда такая, такая звезда. Кушаем, кушаем, целуемся, целуемся. Молодец, молодец, молодец. Ой, ой, как вкусно, дай носик. Вот так. Скажи, да. Сейчас я... Нет, вот губами, я знаю, что тебе на два приема, отстань, тебе на два приема только шандарахнуть и все. А людям удовольствие людям. Или ты хочешь все-таки так? Ну ты ж не слон. Слушай, ты раз как слон хоботом, слышишь? Не-не-не, садись. Веди себя. Да нуся. Ай! Хорошо, даю. Слушаю и подчиняюсь. Ой. Прикусывает, говорит, ага. Что ты меня мучаешь? Чего ты, говорит, меня мучаешь, говорит? У меня такой большой рот. Борща, да? Мало, скажи, да? Где видео? Нет, да, но со мной ругаться не можно. Кусать мне не можно. Вот поцелуй щечку лучше, щечку поцелуй. Ой, молодец. Дядька, вас жена так целует? Щечку. Меня Дана целует. Вот. Ума-то сколько, ты понимаешь, куда его? Ум либо есть, либо его нет, ты понимаешь? А девочка или мальчик? Девочка. Девочка. Да? В поисках, мы скажем, жениха, да. В поисках. Ай. И все, прикуси, да? Прикуси, а? Ай, Дануся. Да. Давай, кушай. Кушай. Так, аналит. Средство. Средство дезинфицирующее. Раз. Попшикали. Оттерли. Прорекламировали мы крымский аналит по полной программе. Аналит. Стой, аналит. Крымский производитель наш. Крымский. Для человека категория ГОСТа безопасен. Не содержит спирт. Спирт не содержит, понимаешь? Способ применения, состав, производитель. Симферополь, улица Киевская, 150. Эксленд, Крым. Эксленд. Монолит. Аналит. Да? Вот так. Будешь плохо себя вести? О-хо-хо-хо-хо. Вот так все делаю. Все. Пошутил. Ну, чистота и здоровье, ты знаешь, прежде всего. Все, давай. Ой. Да, вот. Борщ? Борщ. Самая такая хорошая еда для субтропических обезьян. Там в Индонезии борща ж не дают, понимаете, больше всякие ананасы, бананы. А хочется просто русского борща, понимаете? Ну вот. Вот. И никаких... Подожди, ну, да, Дана. Ай! Сейчас даю, кормлю. На. Все, даю. Борщ, Дана. Кормлю. Давай, все. Я понял твое настроение. Сейчас я просто отключу этот телефон. Все, отключил, чтобы никто не звонил. Сейчас, даю. Ты уже не сердишься? Покажи, что ты не сердишься. Давай поцелуемся. Молодец. Ну, посмотри на Таню. Посмотри, душевно так сделай. Как? Ой, а ну-ка, как Дана хлебает так губой. Вот так, это для вас, друзья. Да? Это для наших телезрителей. Да? А теперь вот сюда, на ребятам покажи, как ты кушаешь борщ. Вот так. Опа! Чтобы вы так же кашу кушали, ребята. Да? Вот так, молодец. Молодец, Дана. Ой. Вот так. Все. Молодец, Дана. Молодец. Вот и шоу устроили. Все. Тарелку продезинфицировали. Все. Аналит. Крымское средство против бактерий. Киевская 150. Симферополь, заезжайте. Да? Все, нам еще ящик дадут после этой рекламы.
Я думаю, после этой рекламы дадут 10 ящиков. Ну, добавки надо, да? Добавки, нету ничего. Все, вот с Анолитом вместе. Да пофигу, говорит. Лишь бы побольше. Молодец. Ну все, спасибо, давай поцелуемся. Все, борща нет, все, прошла любовь. Да ну, я же еще принесу. Вкладывай деньги в будущее, давай поцелуемся, давай. Молодец. Ты знаешь, женщина должна быть хитрая. Где-то с авансом поцеловала. Ничего, потом исправимся. Мы же еще придем. Да, все, аналитки пьем. Спирта там все равно нет, понимаешь? Одни антибикробные эти самые, давай. Вот так, все. Проверено данной, можно даже пить. Проверено данной, да? Все. Ой, молодец, ссылка был. Да, ручки, да. Похлопали, естественно, вот так. Спасибо, спасибо всем, ребят. Спасибо. Вот, смотри, сколько народу собралось. Смотри, какой маленький мальчик приехал. Вот, мы как проаналитились, скажи, да? Ай, проаналитились. Ой, хорошо как. О, о, аналит. Киевская 150. Да, аналит. Да, на аналит. Это на заставку, пожалуйста. Да, на что ты там будешь это самое? О, какой хороший. О, поцелуй, поцелуй, поцелуй. Оп, оп. Оп! Поцелуй. Аналит. Все. Да, она. Ну так. Так хватит тебе. Так, это тебе. На. Ай, ай! Ну, кто кусается? Кто кусается, не можно делать. На, забирай. Посмотри, забирай. Какое покрывало красивое. Смотри, какое тебе покрывало. Ой, смотри, ой. Будешь такая красивая, будешь как цыганка Аза. Аза просто, да? Ой, 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 что? Что, не хочешь? Сегодня тепло. Хорошо, я одену, да, я одену. Я одену, вот. Вот так. Тогда почем материальчик? Сегодня и так тепло, скажи. А в Москве минус 27, между прочим. Да. Еще борща? Завтра приду. Скажи, а также котлетку, гречечку, что-нибудь? Да, надо, да? Второе. Ой. Всем спасибо, всем хорошего настроения. Спасибо большое. Да. Да, все, аналит ушел. Пока. Пока, Дана, там. Так, вот это отстричь надо. Это да. Таня, сфотографируй, пожалуйста. Хорошо, давайте.